Что скажете, доктор? Пациент совершенно здоров. Ложный вызов. Вы что, не видите? Он же залез на торт с ногами. Да, но на нем бахилы. В бахилах можно куда угодно. Ложный вызов. И что же, вы так просто уедете? Нет, мы останемся на чай. Я подписал открытку. Это бланк для рецепта и непонятные каракули. Ой, ладно, прочитаю вслух. Дорогой именинник, желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, отличного настроения, успехов в работе и удачи во всех делах. И тут что-то еще написано, но я и сам не могу разобрать. С днем рождения, короче, вот.